Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Розшивалова Наталья. И продолжаем наш цикл мастер-классов по вышивке вот такого необыкновенного букета. Итак, мы с вами сделали колокольчики. Мы с вами будем идти участками, как я вам уже говорила, потому что здесь одни цветы находят на другие. Еще есть листья, которые во многих случаях расположены под цветами поэтому вот будем как-то искать такие пути, ну чтобы было нам и легче и чтобы было потом возможно вышить тот или иной элемент, который, ну, будет вызывать какую-то сложность, если заходит под другой цветок. Так сегодня я хочу начать вот с этого участка. Здесь у нас есть листья они заходят под цветы. И здесь у нас есть три цветка, которые, ну я думаю, что это астры. Мы с вами посмотрели презентацию небольшую об этих цветах. Есть астры очень разные, то есть они есть и похожие на ромашки, на маргаритки, даже на хризантемы. И вот все-таки я остановилась на том, что это астры. Все равно мы будем отталкиваться от рисунка. Бывает закрытая серединка, но в конце вот она открывается, и серединка, она все-таки такая желтоватая, хотя в нашем случае, опять-таки, вот тут цвета такие более коричневые. Здесь у нас есть цветок, который отвернут от нас, это тоже интересный такой случай. Астры мы с вами еще не вышивали, поэтому я думаю, что это будет интересно. Кроме того, мы сегодня рассмотрим вот эту веточку, потому что она вот ну, явно заходит под цветы, и ее надо вышить. Вот эта веточка, она как бы сверху, поэтому пока мы ее не трогаем. Есть еще вот тут листик от вот этой большой ветки и также стебельки. Почему я пока решила не брать вот этот вот центральный участок? Потому что тут уж очень много у нас вот пересечении с другими цветами, поэтому вот особенно центральный цветок шиповника мы будем вот но ну, в самом конце делать и остальные вот какие-то вот цветок повернутый от нас, например, тут уже настолько все переплетено между собой, что на данный момент вот более подходящий участок я считаю именно вот здесь у нас. То есть веточка, две астры повернутые на нас и астра отвернутая от нас. Какие мы можем использовать ленты для этих цветов? Для листиков, ну вот поскольку у меня такие вот оттенки коричневатые, я затонировала ленту. Причем использовала я вот такую ленту, как исходную, она ну, наподобие тоже цвета хаки, но светлый, потому что такой более привычный зеленый цвет, он все-таки другой. То есть я взяла вот такую ленту, сейчас я покажу вам, как я ее тонировала. То есть использовала я здесь не один оттенок. Это у нас будет как бы первая такая небольшая часть. Мы вышьем вот эту ветку и вышьем вот здесь вот, ну, пока один листик, я думаю, достаточно нам будет одного листика. Дальше, для самих цветов. Серединку лучше делать ниточками ирис. То есть, если обычный цвет вот такой больше желтоватый, обычно я использую для таких цветов, то в данном случае я хочу взять опять вот этот цвет, который мы использовали для пестика, и потом лучше я подтонирую. Тут вот какие-то коричневатые цвета, даже немного красноватые. То есть нитки их тоже можно тонировать. Для лепесточков я остановилась опять на том же цвете, который я использовала для колокольчиков. И он такой больше как бы голубоватый синий но его можно будет подтонировать и будет даже очень красиво. Это ленточка 6 миллиметров. Если у вас есть какой-то подходящий цвет, но ну вот у меня этот цвет совсем не подходящий, но просто хочу показать, что в принципе можно использовать и ленту 3 миллиметра для этих цветов. И можно использовать, например, там белую ленту, тоже ее красить. То есть 6 миллиметров. И 3 миллиметра если у вас ленты мажестик то 4 миллиметра будет очень хорошо как раз 4 миллиметра итак начну с того что покажу как затонировать вот такой интересный цвет ленту я буду использовать краски для ткани декола можно использовать краски для ткани можно использовать краски для шелка те более жидкие но тоже хорошо подходят я возьму вот такой коричневый цвет. Она прям называется коричневая. Бывает еще там, может быть, светлый какой-то коричневый, темно-коричневый. И буду использовать красный цвет вот из такого набора. Потому что зеленый цвет в сочетании вот с красным, с коричневатым, как раз вот он дает такой оттенок. Я постелю обычный вот целлофановый пакетик. Один кусочек у меня уже есть. И вот сейчас вы посмотрите, что мы получим практически такую же по цвету ленту. То есть я беру ленту 25 миллиметров шириной, потому что у нас там довольно крупные листики. Итак, изначально ленту лучше просто намочить водичкой. Для этого я беру чистую воду. Я последнее время стала использовать вот такую прям большую толстую кисточку, пятый номер, именно для того, чтобы смачивать, потому что это гораздо получается быстрее. То есть смачиваем ленточку просто водичкой. Дальше мы будем использовать вот эти два цвета. Можно взять, когда немного нужно краски вот эти крышечки и использовать их. Всегда обычно в них небольшое количество краски есть. И вот туда, если это краски для ткани, немножко я добавляю воды, потому что краски для ткани все-таки они немножко густоваты. Краски для шелка, они более жидкие, их можно не разводить. Итак, ленточка у нас смочена. Я возьму сейчас и коричневый цвет. И вот именно интересно, получается, когда используется красный цвет, он не будет вот таким красным, то есть когда впитается краска, перемешается вот с этим коричневым цветом, то в итоге получается как раз вот такой вот цвет каких-то осенних листьев. Можно еще дополнительно смачивать кисточку, чтобы было вот больше такое растекание и смешивание цветов. То есть я беру где-то вот больше красного, где-то больше коричневого, можно их чередовать, тогда будет еще более интересный эффект, когда будем вышивать и листик. Будет какой-то более коричневый, какой-то более вот такой, ну как бы с красноватым небольшим оттенком. Я, как всегда, сушу ленту в микроволновке. То есть вот у меня посудка, здесь вот у меня дежурная салфеточка, чтобы не пачкать посудку. И ленточку кладу сюда. Дальше иду сушить в микроволновке на максимальной мощности. И, ну, если вот одна ленточка, достаточно, может быть, одной, полторы минуты. Если мы иногда кладем тут много, тогда на 2-3 на три минуты. Итак, сейчас посушу и покажу, что получилось. Итак, посмотрите, какой получился интересный цвет. Тут вот с какими-то даже вот переходами немножко здесь остался зеленый оттенок. Это очень красиво на самом деле смотрится на работе. Советую еще вот эти ленты гладить утюгом. Тогда они становятся более мягенькие, потому что сейчас все-таки они вот жестковатые. И как раз горячий утюг или фен, он закрепляет краску. То есть я сейчас вот эти ленточки еще проглажу утюгом переходим к нашей работе для чего мы сейчас вот красили эти ленты чтобы сделать веточку здесь и сделать листик вот здесь вот остальные листья в принципе можно делать потом можно сейчас сделать еще вот тут вот веточки то есть то что у нас как бы вот заходит под наши цветы то есть то, что потом будет вышить сложно. То есть тут у нас будет очень много проколов. Астры мы будем вышивать, добавлять немножко аппликации, но основное все-таки у нас будет вышивка. Поэтому вот эти вот листики, они будут прокалываться очень много-много раз. И они должны уже быть вышиты. Итак, беру довольно толстую иголочку, 14 номер. Как обычно, эту ленточку вставляем. Тут вот я ее уже опалила. И будем вышивать сейчас. Здесь вот один. Это листья от шиповника. То есть, если вы посмотрите, опять-таки, вот на всю картинку, здесь у нас есть шиповник, ну, я думаю, двух видов. То есть, более крупный. У него вот такие крупные листья более мелкий и немножко другого даже цвета у него вот такие меленькие листики немножко другие то есть тоже разные сорта поэтому вот эта веточка но ну уж она точно не от астры она скорее всего идет вот от шиповника и вот эта ветка и здесь есть вот колючий стволик один то есть как раз это связано вот с цветами шиповника почему лента 25 миллиметров я приложила ленту 12 миллиметров убедилась что она не подходит то есть 12 миллиметров для этих листьев мало она не покрывает полностью поэтому лента 25 миллиметров может быть она чуть-чуть ширковато но она зато покрывает листья полностью тем более когда мы делаем стежки все равно лента чуть-чуть она как бы сжимается и становится уже в основном я буду использовать вышивку то есть если в предыдущих наших работах где у нас были там гвоздички гортензии у нас было очень много аппликационных элементов Здесь больше у меня будет вышивки. Вы можете делать листья и в виде аппликации. Будет очень интересно, если вы сделаете работу по-другому. Вот тут, посмотрите, листик, он выше, поэтому мы сейчас спокойно вышиваем вот эти четыре листика. Веточку вот эту можно сделать ниткой потом, потому что она очень узенькая. Листики я буду делать ленточным стежком, смотрю куда вот он уходит вот сюда с небольшим объемом и сейчас вот интересно будет у нас получаться именно из этой ленты и закрашенной как будет смотреться если у вас есть коричневатая такая лента более подходящие готовые уже вы можете конечно использовать ленту готовые. Вот такой острый делаем кончик. Вот здесь вот между соседними лепестками не так далеко. В принципе, можно перейти по изнанке. Ну, вот здесь такой как раз случай, когда можно и отрезать, и можно и не отрезать. То есть, такое как раз расстояние среднее, не очень Вроде как и большое, но и не маленькое. То есть где-то, может быть, лучше и отрезать. Кончики делаю прям остренькие, подтягиваю левый край правый и укладываю аккуратненько вот эти листики, чтобы было красиво. Дальше переходим вот к тому листику, который слева. Сейчас, я как уже говорила, появились ленты и ширина у них, допустим, там 18, 15, 2 сантиметра. Вот такие листья можно, в принципе, не 25 миллиметров, а лентой 2 сантиметра вышивать. То есть, если у вас есть много разных лент разной ширины, то 2 сантиметра вот тут тоже хорошо подойдет, она как раз вот не очень широкая, потому что здесь вот чуть-чуть все-таки широковато. Здесь вот можно подставлять иголочку, но я как-то уж привыкла без иголочки, то есть в тот момент, когда вы затягиваете кончик, Сначала подставлять иголочку, формировать вот острый такой край, потом уже дотягивать аккуратненько вот этот кончик остренький. Вот интересно, посмотрите, какие-то листики у нас более коричневые, какие-то немножко вот больше в зеленый цвет. Так, и вот такой длинненький листик. Листья шиповника, они похожи на листья розы. Если вы делаете аппликационные листья, то можно делать вот ну, по принципу, как вы делаете для розы. Вот такие у нас получились листья. Потом я вот здесь вот буквально сделаю два стежочка ниткой, которые мы использовали и для стебелька колокольчика. То есть такая у нас была коричневатая ниточка. Можно тоже швом в раскол, о котором мы с вами говорили на предыдущем занятии. Так, вот у нас получились здесь листики. Дальше нам нужен листик, идущий вот один сюда, один сюда. То есть вот нам нужна вот эта часть. Вот отсюда он выходит. Опять-таки тут тоже будет такая довольно тоненькая веточка, которую можно тоже сделать ниткой. Ну, либо можно сделать узенькой ленточкой, скрутить ее. Так, тут я далеко не буду вести этот лист, потому что вот он, по идее, это, конечно, заходит и под серединку, но на листе вышивать узелки французские, ну вот совсем будет неудобно. Поэтому я сделаю этот листик намного короче. И закончу вот здесь вот чуть сбоку. То есть нам главное, чтобы было видно вот это вот начало листа. Дальше мы смотрим на цветочки, то есть мы начнем цветочки вышивать. Каким образом? Вот этот цветок, он самый верхний. Его, значит, мы вышиваем самым последним. Вот как и с колокольчиками у нас была тоже ситуация. Дальше, вот эти два цветка, они как бы вот соприкасаются между собой. То есть можно вот этот вторым вышивать, можно этот вторым вышивать. Даже, мне кажется, вот этот лепесточек, он выше. Поэтому сегодня у нас будет вот этот цветок вышиваться. Опять-таки мы разделим на две части, чтобы не были части очень огромные по целому часу, например. То есть сделаем цветок, расположенный как бы в анфас, в следующей части мы сделаем цветок, расположенный вот так вот, как бы от нас повернутый. И посмотрим, как сделать вот эту вот заднюю часть. А вот этот цветок, в принципе, я могу не показывать. То есть он такой же, как первый. То есть мы начнем вот с этого цветочка, с левого. Итак, я вставляю вот такую ниточку. Сейчас тоже не буду, конечно, показывать полностью, как я делаю серединку. Это будут французские узелки. Можно начинать с центра, можно начинать с краю и делать французские узелки. Поскольку центр тут пониже, как бы у нас, то можно в серединке делать французский узелок, например, с одним навивом. А с краю вот этот ободочек как бы делать французским узелком с двумя или даже с тремя навивами. То есть тут как бы у нас идет по выше и немножко более такой вот объемный. Вообще, как известно, я думаю, вам у многих цветов, в том числе вот и у астры, если они являются такими сложноцветными, то вот эта серединка, это тоже цветочки, только трубчатые, а вот эти лепесточки, каждый из них отдельно, это тоже цветочек, тоже только язычковый, то есть это вот такая, как корзиночка. Именно о серединке, прямо буквально несколько слов, то есть, ну вот я пойду все-таки с краю, как-то я так привыкла, то есть я буду здесь делать узелки с двумя навивами, и такие не совсем затянутые, чтобы они получались ну, немножко такие как пушистенькие вот это больше видно вот на переднем цветке но здесь я думаю тоже можно так сделать то есть два навива иду по кругу немножко такие они свободные дальше перехожу на следующий круг на следующий круг а в самом центре можно делать узелки с одним навивом и более затянутые, и они тогда уже будут поменьше казаться и пониже. Ну и вот буквально последние французские узелки, то есть в самом центре я уже делаю узелок с одним навивом, подтягиваю посильнее, то есть вот эту ниточку левую. Подтягиваю, чтобы не было вот этих таких завитков, потому что, когда более свободный французский узелок, там образуются такие, как бы вот небольшие даже петелки. И вот эту серединку у нас получается немножко пониже. Так, на изнанке ниточку мы эту закрепляем. Сейчас еще покажу, как можно немножко эту серединку подкрасить. И вот нитки можно тоже красить акварельными карандашами, чтобы не было много вот воды у нас, чтобы как бы побыстрее процесс этот происходил. То есть какие у нас есть цвета вот на серединке, мы смотреть будем на соседний цветок. Тут есть и коричневатый, а вот на этом цветке даже в середине был какой-то красноватый цвет. Возьмем водичку и будем просто эти карандашки туда макать. Смачиваю вот самый кончик карандашка и делаю вот такие крапинки тут. Так я иногда делаю на ромашках тоже. Когда цветов немного, можно использовать акварельные карандаши. Дальше возьму вот чуть-чуть другой оттенок. Он тоже коричневый, но такой более какой-то коричневат-красненький. По краешку специально вот так вот тоже пройду. И делать это нужно именно сейчас, пока у нас нет еще лепесточков, чтобы не испачкать лепестки, потому что на лепестках вот таких цветов у нас уже быть не должно. Чуть-чуть вот тут покоричневее. Так, и в самом центре, вот на этом именно цветке, прям был такой красненький какой-то цвет. Прям явно такой вот заметный и яркий. То есть вот такая серединочка, можно ее и не сушить, потому что это все быстро высохнет. И за счет того, что проглядывает свой натуральный цвет нитки, у нас как раз получается вот эффект такой, как на втором цветке, что ну какие-то вот такие переходы разных цветов. Дальше мы переходим к вышивке. Вышивать я буду лентой, как уже сказал, 6 миллиметров вот такого цвета, тоже потом слегка буду тонировать. У нас будет три как бы слоя. Два мы будем вышивать один слой будем делать как у ромашек я обычно делаю два противоположных лепестка они будут у нас уже торчать так скажем поскольку у нас цветок заходит посмотрите под вот этот цветок то мы примерно смотрим на листья вот эту вот длину то есть, ну, начнем давайте с более легкой части, то есть там, где у нас ничего нам не мешает. Я буду делать лепестки ленточным стежком в одну сторону, а возвращаться буду прямым стежком в другую сторону. Это у нас первый ряд. Цветочки вот тут видно, что они такие многослойные. Причем вот в данном случае я не буду даже следить за лицом и изнанкой. То есть легла вот лицевой стороной. Значит лицевой. Легла изнаночной стороной, значит изнаночной. Идем, в принципе, вот ну, примерно по тому рисунку, как у нас идет он на принте. Самый нижний слой, в принципе, можно сильно не делать с большой объем, потому что дальше у нас будет еще слой. Можно где-то даже вот оставлять небольшие промежутки, потому что дальше мы еще раз пройдем. И дальше вот сейчас начнутся у нас уже сложности, так скажем. То есть листики. Сейчас уже не видно, какая там была длина, поэтому приблизительно придерживаемся той длины лепестков, какая у нас вот с противоположной стороны. Можно картинку открыть на компьютере. То есть мы прокалываем листья. Для этого мы их вышивали. Там, где листья, у нас иногда вот даже получаются такие более объемные стежочки. За счет того, что листья вот эти, они как бы приподнимаются немножко над принтом. И вместе с листьями и цветок наш тоже приподнимается но ну, в общем-то, основное такое впечатление все равно остается ну, нормальное, то что цветок он все равно круглый и такой обычный. Дальше, когда мы делать будем вот соседний цветок, мы будем еще и на эти лепесточки первого цветка тоже заходить. Но я их делаю сейчас вот обычной длины. А потом вот те лепестки буду сюда тоже заводить. Можно второй ряд делать сразу. Но вот мне почему-то хочется его сделать вторым кругом. То есть можно как бы побольше потоптаться на одном месте. И получится, в принципе, тоже как два ряда, но здесь интересно то, что вот я начинаю прокалывать уже нижние лепестки и второй ряд чуть-чуть делаю короче для того, чтобы вот этот эффект создавался вот как здесь вот то, что внизу лепестки выглядывают, а здесь еще один ряд и также делаю один стежок ленточным стежком, следующий стежок прямым стежком. Где-то у меня получается между лепестками предыдущими, где-то у меня получается, что я прокалываю лепесток. Например, ну, примерно вот я так иду вот с одинаковым шагом. То есть цель наша сделать такой более объемный цветок. Вот тут вот мне хочется сделать так лепесток, чтобы зеленый листик поднялся и лег уже на свое место. Здесь, например, можно прям через лепесток пройти. То есть, ну вот смысл, я думаю, вам понятен. И опять проходим там, где листья. Принцип все тот же. Но только еще заходим на листья вот перевернулся лепесток очень хорошо то есть я сейчас даю ленте как бы самой решать как ей лечь чуть-чуть вот только короче делаю чем первый ряд так тут вот выхожу прямо из листика. И получается сразу вот уже такое впечатление, что цветок он не однослойный. Так, то есть такой вот пушистенький цветочек. На этом можно, в принципе, остановиться, то есть оставить только вышивку. Можно добавить еще лепестки, как вот я делаю обычно у ромашек. То есть еще один ряд противоположных, два лепестка я делаю обычно Сразу. То есть кончик опалила, ввела вот здесь. Я не люблю по одному. Я люблю вот именно делать два напротив. Тут лучше все-таки лицевой стороной, потому что лицевая сторона, она лучше потом подпаливается. Можно под прямым углом отрезать. Можно сделать остренький кончик. И вот этот конец, посмотрите, он торчит с этой стороны я его тоже вот так вот подпаливаю, как я показывала вот в нескольких мастер-классах, как делать ромашки, у которых отдельные лепестки. То есть один конец опаливаю свободный. Дальше они у нас пойдут вот, ну не прямо с а будут так вот, может быть их будет штук 10 делаю нужную длину и вывожу где-то на противоположной стороне. Почему не рядом? Потому что если рядом, то эти лепестки будут торчать вот так вот галочкой. За счет того, что они рядом. То есть на изнанке, под серединой у нас должны быть вот такие протяжки в противоположных направлениях. Поэтому я Делаю серединку сначала, иногда делают серединку потом, но тогда вот уже такой способ не подойдет. То есть, вот эти вот кончики у нас еще как бы третьим слоем торчат. Слишком длинную ленту сейчас вот заправлять не надо, потому что лента махнится, когда вот мы ее пропускаем под цветком. То есть один конец опаливаем вот таким образом, чтобы он загнулся вниз. Он такой получается округленький. Дальше вот как я уж двигалась, я иду после следующего лепестка, немножко отступаю. Тут все-таки лицевой стороной ленточку, чтобы вот этот загиб был вниз. Дальше стараюсь, чтобы лента не перекрутилась. Противоположный лепесток где-то вот тут у меня. Тоже он будет такой вот торчащий. Ну, соответственно, тоже вот лента, если она не перекрутилась, она тоже должна выйти лицевой стороной. Отрезаем чуть длиннее, потому что когда мы опаливаем, то у нас немножечко ленточка загибается туда вниз и становится короче. Ну вот еще парочку таких лепесточков. И будет у нас совсем пушистая такая головочка у цветка. Так, если надо, вот так вот можно подтянуть, то есть вот за этот кончик и за тот кончик, и выровнять длину. Если первый лепесток, например, длинноватый или коротковатый, и тут также вот мы подпаливаем очень аккуратненько, потому что уже на работе. И потом уже смотрим, чуть-чуть может быть их опустить чтобы они не так уж сильно у нас выделялись. То есть вот у нас получился цветок. Таким же образом я буду делать вот этот цветок, но тут еще будет особенность, что мы будем заходить не только на листья, но и вот на эти лепестки. То есть в следующей части мы с вами, во-первых, сделаем цветок, который расположен вот так вот от нас. Тут у нас будут и чешелистики. И так вот уже схематично вот этот цветочек вот по образцу, но покажу вот как вот на этот цветок еще зайти. Когда мы сделаем уже все три цветка, то я думаю, что сразу все три, как вот на колокольчиках, я еще использую тоже такой немножко фиолетовый сиреневатый цвет, еще подтонирую, чтобы они были тоже вот такие немножко разноцветные с переходом цвета. Итак, сегодня мы на этом заканчиваем. Показала я, как можно затонировать ленту вот в такой необычный цвет. Сделали мы один цветок и серединку из ниток, тоже ее затонировали. И такой вот, ну, получается, трехслойный цветок астры. Итак, с вами была Ржевалова Наталья. Ставьте лайки, не забывайте, подписывайтесь на канал. Итак, до свидания, до новых встреч.